Сейчас мы с вами вместе пойдем в мой обалденный хамам. Потом я буду прыгать в бассейн. Только вот в хамаме, когда снимаешь видос, потеет камера. Возьму полотенце, чтобы протирать камеру. Такой вот хамамчик. Хамамчики-чики. Такой вот у меня хамам. Видите? Быстро все потеет, так что протираем, протираем. Также я здесь заварил, с поля собрал, короче, всякие разные тысячелистник и тому подобные вещи. И потом буду обливаться, а также детям. Забираемся наверх. Хорошо-то как! Какая же офигенная штука хамам, вы не представляете. Меня спрашивают, стоит ли вообще строить хамам. Спрашиваете, блядь, стоит? Конечно, стоит. Даже, блядь, ноль сомнений вообще. Минус 1000 сомнений. Стройте по-любому. Вот лучше это баня или хуже, я не знаю, не буду спорить, неважно. Говорю за то, что у меня есть. Если вопрос, стоит ли хамам строить, по-любому стоит. А в сравнении с баней, не знаю. Так вот, если на самый верх забраться, то быстрее будет потеть. Сейчас поднимусь, покажу, как здесь все работает. Видите, светодиодная лента, специальная IP68. Температуру выдерживает, влагу. Наверху вообще конкретный пар. Пар снизу идет и начинает подниматься наверх, на купол. Потом доходит сюда, где я стою, и идет вниз. И такой круговорот, и это все циклично происходит. Наверху купол, если даже образуются капельки, они стекают в бок. Но я вам скажу, что капелек нету. Нету такого, чтобы сверху что-то капало. Если только вы пальцем не тронете, вот. А в принципе капели не образуются. Также здесь есть у меня вытяжка, когда выключаю этот хамам, автоматически вытягивает это все дело. Все работает, все отлично. Проблем никаких не возникало. И вон у меня еще идет жена плавать. Как тебе хамам, Оль? Классно. Запах такой травы, да? Да, потому что я заварил травы. Так. Хорошо. Ведро, короче, заварил, травы разные. Вот так вот мы, короче, ходим в хамам. Вот если вдруг кто-то собирается у нас дома заболеть, то мы в хамам ходим каждый день. Вот я сейчас включаю каждый день хамам, и мы ходим и потеем, чтобы вдруг никто не задумал заболеть. Сын начал там чуть-чуть, типа, горло болит. Вот, чтобы такого не было. Вот, мы всей семьей сюда заходим. Ну все, Оля пошла, короче, загорать. Ты экран задеваешь? Да, экран задеваю. Е-бой! Ох, блин. Офигенно. Так хорошо встает вообще, потеешь конкретно, заходишь. Я даже еще под душ не заходил, а тело уже такое ощущение, что я уже купался в бассейне. Офигенное состояние. Здесь нету, вот как в ванях, духоты какой-то, вот сильных прям температур, где ты можешь, тебе может плохо стать. В хамаме, в принципе, плохо не будет. Здесь 100% влажность и весь эффект от влажности.
не от температур сильных, в отличие от бани. В общем, баня — это одна тема, хамам — это другая, их вообще сравнивать нельзя. Никаких баков, в принципе, даже нельзя делать, типа, кто лучше, кто круче, баня или хамам. Не имеет смысла, ну, как бы, их между собой сравнивать. Ну, можно как бы не то что сравнивать, сказать плюсы и минусы, что есть в бане, что есть в хамаме. Но чтобы вот так вот поставить, кто займет первое место, вопрос, да, бессмысленно. И хамам, и баня — первое место, вне конкуренции. Так что... Работает бесконечно, могу нажать, могу по времени поставить, могу подсветочки менять. Вот, это меня очень радует. Аппарат здесь, вот, заходим, вот он мой парогенератор. Вот туда я зарядил еще травы разные. Все это дело паром пробивает и идет в хамам. Все поры раскрывает. В общем, тело начинает дышать. И я заметил еще такой эффект, что после того, как вы уже вроде помылись, все, вышли, пошли, сели, эффект от хамама еще действует где-то около часа, когда тело все еще, как бы, такое ощущение, что ты стейк жаришь, ложишь, и стейк еще дожаривается. Здесь такая же фигня. Вот, еще целый час после хамама тело еще на разогреве. Как-то так. Хорошо, а теперь попрыгать. Вот это хорошо, блин. Вода холодная, 20 градусов на улице воды. Но после хамама пофиг. Такое колики, и как будто ты в огне. И кайфово. Вот так вот.